Не, пошлите по этой стороне быстрее. Так мы зайдем. Ну, я уже увидел. Городишко парни. Да, моментально. Давай ты постоишь на подхвате и покидаешь. Нет, там нет. Выведение яда, моментальное срабатывание. А тикает это устранение яда. Она как дотка идет. Второй. Там в одного можно, но лучше второй пусть будет на подхвате. Хуй его знает, как пойдет. Пробегайте, пробегайте сюда. Ну зачем вы вливаетесь? Трэш идет, вам, блядь, надо постоять, подрочиться, да? Я покачу. Да, на шею взял. Конечно. Да, как шея просто. За репу, кольцо еще дается там, блядь. Топ-3, не короче. Вся хуйня дается. 274-й трени. Как фетиш этой Джон. Вот, если что, это троллинг, не надо в атласе искать. Сука. Ой, блин. Да, было. А, пойдите ресните сата кто-нибудь. Ну, блядь, дольше будет вставать и сумонить. Вон он лежит, труп. Пожалуйста. Вон. Не, она не агресс. Это ебанашка не агресс. Это ебанашка агрелась только на офи. Тотем от природы? Обязательно. Ну это или ему поставьте там. Или мне поставить. Вот два места, куда может кинуть в коконе. Поэтому РДД распределились. Вот сюда 5 РДД, 4 пати. Вот сюда стали. Все. Теперь третья пати Ундейн, Шам, Рыбацыпа, плюс вторая пати Фьюдж. Вот сюда становимся. Вот где я прыгаю. Да мы не успеем уже закрыть ее войд. При всем желании. Спульнуть, по-моему, это... По магам дайте здорово. Крест, пожалуйста. Вы палы по себе крест обновили. У нас шаманов энхов нету? Эли мы тут? Окей. Еще раз повторяю. Крест на магов. Бегом. Спасибо. Крест на палов. Спасибо. Так. Ты вот здесь. Там Алдейн, Шам, Рыбацыпа и Фьюдж. Да, на 30 будет больно, поэтому давай на 30 сдадим. Все, даю таймер на пол.
Мало ли, вдруг кто припоты, блядь, пьет. Сомневаюсь, правда. Пятьдесят голд один припот. О, диспельчик идет, отлично. Кокон быстро слили. У ворот, ребят, у вас там, блядь, 5 РДД стоит. Вы слить не можете, блядь, в пятером нахуй. Поэтому здесь держите обязательно рестер жизнецвет на мне. Обязательно. Прям must have. Паутина пошла, быстренько разбили коконы. С Эрдру быстро кокон. Эрдру слева, сзади рейда стоит Протеус. Трэш мелкий, АОЕ милики. Оглушение. Надеюсь, ходки все были на мне. Да, отлично, спасибо. Паутина, готовимся. Вара слева, с оргазмию сзади. Разбили. АОЕ залили, мили. Один паучок пошел, прист, добей его сам. Спасибо. Оглушение пошло. Слева оба. Сату да разбейте, блядь. Прихильте, пацаны. Аундей после оглушения гимноману содиум тотем. Гера. По один разбейте сзади. Ребят, я умираю. Ребят, я умираю сзади. Вы чё, гонит? Растаса разбить. Бля, она даже под прошимкой хуярит. Протеус забирай. Вот, скинь БР мне. Все, мне реаниматор отдал. Забрал. Чуть-чуть подержу. Фух. Я от продиспельте сдохну сейчас. Фух. Это тренька. Да, на военник лучше. Блять, опять голова нахуй пала, блять, кольчуга на. А, ну в принципе, это тренька. Тренька топовая на РДД. Ой, с охуенно, я ничего не скажу. Погнали на военник. Это левый и нижний квартал. Этот самый хант, да, по-моему? Да, это на ханта, да, можешь сразу давать.
Да, Холли Пау, да. Ну да, это лучше, наверное, друг. Ну, в принципе, если маги без посохов. Че мы? Курим или не курим, или идем? Да, военный, левый крайний, нижний. Сейчас сколько примерно оки поясная пряжка стоит? 230-240. Ну, 230-260. Если есть, то могу сделать. Помню, что там надо мне. Я сделаю только с... Ну, у меня наполнение выкачено пока. Ладно. 8 вроде бы пока. Сейчас пойдем на ремесло в этом вот отослуйте посмотреть. А, 4 саранита, земля, вода, тьма. Ну, после рейда я тебя закину. Ну, на Кутузова. На будут писать. Фьюж, ты, да? Да. Пойду я дотку забью тогда.
Так, я тут. Че, давай, Арча, и, в принципе, если все тут, то поехали. Буратино тут? Да, вижу, тут поехали. Здесь аккуратно вдоль стеночки вот так проходите за мной. Да, лут переставь, пожалуйста, номер. Бля, да как вы сагрили-то? Не, вот тот пак скипаем, он не нужен. То сумеешь в кукле сидеть? Тут только кресты, тут нету кристаллов. Это ж 20-катка. А, бля, все, гоню. Нету. Да, тут только пристам контролить. Контролем надо размом. 4. То есть 2 держит танк, по-моему, 2 держит. 2 держит пристам. По одному танк держит, потому что там вроде дамажит. Ну
занимается. Ну, я еще не проверял, я хотел вчера проверить, но не стал. Тут даже не с шемами, тут 230-м гире можно бессмертного ходить. Я на X1 бессмертного делал в 230-м гире. Я на X2 бессмертного полтал 190. Правда, с помощью бага, но тем не менее. У меня Вовка зависла, на Цукаву говорит. Сейчас перезахожу. Может, этих тоже убьем, которые справа? Ну, кстати, да. Может, их все-таки пульнем. Ну окей, давай влетим, убьем. Если так очкуют, что тут жирные коровки есть, то давайте убьем. Ну, сейчас дадим две метки для престов. Закрепим за определенные метки. Они под контролем держат учеников. Двоих учеников забирает Протус. Держит на себе их прям в мелизоне возле босса, чтобы они от АОЕшки поумирали. И получается, я держу босс. Ну, босса ученики заберут, но я на подстраховке держу, если вдруг переагрится на кого-то из РДД по ДПСу. Этот Протус тоже обязательно поставь, включи Омин на этом боссе. И возьми в таргет, когда наагришь, возьми в таргет этого Разуя. И кинь бдилку на того, кто будет второй по агру. У тебя Омина нету. Ну, понятно. Так в скаде можно, если скады есть. А чё ты, кстати, Протус, а чё ты бдилку? Я вот просто смотрю, ты вообще не кидаешь. Ты в курсе, что это за скилл вообще? Навара? Который бесполезный по агру? Ну, ладно. Просто ретаунтишь и все. Дайте спонку на Цукаве. Первый пусть аундей таунтит и в войсе озвучивай, когда у тебя щиток спадает, капустка будет забирать. Как только у нее будет щит спадать, я тебе буду говорить, когда таунтит. Хорошо. Босса я сейчас с пулю и под прожимками я выставлю первые там 5 секунд, чтобы вы спокойно взяли мобов. Протус сразу мобов нагревай и под босса. На будущее поставь обязательно Омин. Агро 3 самые нормальные дают сейчас маги. Лучше кинь бдилку либо на Кадыра, либо на Восмая. Окей. Сима засумонили. Нацукава подбежал. Все. Все, в принципе, тут. Давайте РЧ. Че там, кстати, это, может, рыбка есть? Да, сейчас поставлю. Поставь, пожалуйста. Потому что уже спало время. Там, ребят, тоже на 25-ке, блядь, ну не стесняйтесь, купите вы, блядь, лука фласки. 3 штуки хотя бы, блядь. Рассчитывайте на РТ 3 часа. 3 фласки, блядь, это 180 голды. Ну, я вчера на танка покупал, на танка они по 60 голды. Ну, это на вас по 30. Вот, на танка я покупал вчера, блядь, себе десяток по 60 голды фласк. Ну, мне похеру, как бы я 600 выложил, я взял себе 10 фласк. Че, просто босса или так? Да, тут только босса вливаем.
Даю таймер. Да не так он больно бьет, блядь, если честно. Почему заэвейдились? Да я не знаю. Заново контроль. Ученик, забирай звездочку. Я взял. Хорошо. Он сейчас на ученике. Давай мне БР. Кружочек, бери в контроль. Я за... Все, нормально, ученик есть. Ты в звездочку взял, что ли? Блять, а он дай, возьми кружочек. Я забрал пока Разуя на себя, иначе Юик сейчас умер. Контроль обновите, ребят. У меня две пораженки есть еще. Можно балку дать. Блять, Юи сдох. А, БЛ-ка была, да, я же сдох просто. Я опять сдох, забираю. Ты переагрис меня, мне счета нет. У нее КД. Таунта. Так, реаниматор, спасибо за БР-ку. Сейчас заберу. Она забрала. Сейчас МК спадет, если можешь, забирай. Забирай. Стаунтил пока на себя. Кач. Да, кач. Все, ученик забрал. Отлично. Почему звездочку на контроль? Через 5 секунд щит спадет, надо будет забрать. И та жабу кидает, а не прист кидает контроль. Вы вообще пристально сказали, что делать? Ладно, нет, ставлю ТТ. Ученики, что там? Так ученик жабу бегает. Все, отлично, забрали. Забрали, отлично. Ну, да. Она сейчас моба держит. Я на Макс Венш отойду, короче, чтобы если что-то он же. Сейчас я. Выше ногу, или у тебя с этим проблемы? Кайчу. Да. Есть. Все, ученик забрал, отлично. Даю гимн. Капустка гимна дала. Щит сейчас падет, забирай. Сейчас забираю. Забирает. Да, их хилить надо. Ну, ты думаешь, почему он у наших хилов мана в нуле уже? Вы разочаровываете меня, ученики! Забери как сможешь, МК спадет забрала, сейчас. Забрала. Да, забрала. У меня тоже. Есть возможность забрать пресс? Забрал уже. Отлично.
добивайте. Сагри на себя. Забрала. Да, почти, почти все нормально. Так, учеников добивайте пока. Бля, мне и колечко надо, и этот, и шея. Вообще идеал шея. Паролем с протонсом. Ну, кольцо и тебе, кстати, тоже нормально. Хотя нет. Так там себе. Парировать на кольцо. Напуливайте, пожалуйста. Да чё за лупа? На ханта, в принципе, на ретрика. Идеал вообще, блядь. Угу. Фьюджи ГЦ. Всё. Да, колечко прям, блядь, идеальное, нахуй. Я за углями отойду. Давай. Да, забери себе кота, может, сделаешь, правда. Сейчас позже я подумаю, какое кольцо поменять. Все, уже подумал. Да, сейчас готик будет. Да, на две пати делимся. Ну там изи. Рыцарям кикайте, пожалуйста, косты. Огненный стол. Очень сильная АОЕ. Да. Не сглазь, блядь. А то сейчас мне и шею откатит, всю хуйню откатит. Ну, военник, я думаю, мы закроем. Ну, в принципе. Мерзость тоже должны закрыть. Чумка я вот, блядь, за Хейгена я переживаю больше. Я поставлю метки. Первая свободная будет, если по карте вот, то есть смотреть, где ты смотрел, вторая будет первая свободная. Всегда? Да, короче, туда придем, я поставлю метки, покажу. Потому что я сейчас тоже это, блядь, немножко. Я еще в этом немножечко подвывел, так что, блядь. Я сейчас недопонимаю иногда. Точнее, понять понимаю, но, блядь, рассказать нормально не могу. Придем на место, я метки поставлю, все расскажу.
Так, еще давай пати раскидаем. По хилам. Сразу давай с пятой пати начнем. Реаниматор, остаешься тут. Содиум тут. С той стороны Буратино и Солнышко. Сразу переходим, ребят. Кого назвал, переходим. Дальше. Протус, Войт, идите на ту сторону. Нацукава, Арастрас, на ту сторону. Вар, Сато и My Dead Memory на ту сторону. Восьмой и Саргазмия на ту сторону. Так. И давайте вам еще Шам и Аундей тоже на ту сторону. Остальные со мной. Сим, ты на той стороне. Иди туда. Так, вроде равномерно распределил. Более-менее. Да, более-менее, да. Давайте, рычаг готовность. Если все готовы, запускаю. Здесь играем по трэшу. Кадыров, что такое? Все, окей. Так. Вар-вар. Отлично. Все, запускаю тогда без таймера. Глупцы, вы сами нашли свою погибель. Вам никогда не помню. Бля, ну как его назвать? Вар-вар. Вар-вар. Переименовывайся, братан, мы тебе ник подобрали. Что, Ген, похилить не дают? Да, вон, это... сейчас будешь хилить, Ген. Эта ветка все забирает. Тим, нафиг я не хилил. Ой, сука. Я рационал рад тебя слышать. Давно твой голос не слышал. Только у тебя микро, по-моему, другой уже. Чё твой с не тот, блин? Здоровье не то. Здоровье не то? Чё такое? Я тут всякие выражаю. Я понял. У
Да, вот этот босс, конечно, из-за этого трэша он просто конченый, блядь. Стоишь, грубо говоря, в полу-ФК режиме, блядь. ДПС даже не хочется. Да, Сумит. Вообще ничего не хочется. Мне тоже, мне, блядь, танчить даже не хочется, понимаешь? Килам хоть развлекуха. Да какая развлекуха, о чем-то? Тут урона, блядь, если много было, тогда еще ладно. Тут урона нет толка. Вот сейчас повеселее начнется. Так и надо. Да, дух. Срочный ученик уешит. Там, по-моему, та сторона еще сдохнет. Понравилось, просто не умер. Ну, будет еще и трэш заливал. Минус 2 хила, блядь. Void, потом сдай БР на Буратино, Буратино, БР солнышко. Мы играем по готику. Ген, дай ген. А, вы все? В той комнате слишком быстро убиваете, мы не успеваем в этой. Трэш там ловите, убивайте. Да похуй, дверь открывает, сами зальем. Быстренько трэш залили. Не надо тогда солнышко бэрить, Буратино, сдай БР по... так, кто у нас там? Давай по Нацукаве. Так, ну... У нас все БР в КД получается. Побежали туда, типа. Он сейчас к нам подойдет. Да, Гера была. На ком нет дебафа Геры, 3x, дай БР. Ой, БР, бля, Геру. Хорошо. Хорошо. Допробуем. процентов. У нас по 6 стаков. Убьем. Ладно, резайтесь, ждем спад дебафа. Также стороны распределяемся. Фьюдж на ту сторону. Вас на ту сторону. Бервин на ту сторону. Так, и. Трик. Давай на ту сторону тоже.